Профсоюз был и остается организацией, объединяющей молодых и ветеранов. Это движение отметило 90-летие со дня образования в Подмосковье. История страны неразрывно связана с деятельностью этой организации, которая во главу угла ставит права человека труда. Профсоюзное движение пережило немало реформ, кризисные годы и, тем не менее, по-прежнему функционирует и выполняет важную задачу. Со временем все поменялось, трансформировались функции, изменилась жизнь. Другие задачи стали ставить профсоюзами. Но эта организация выполняла неизменно всегда и везде свою основную функцию – это защиту прав трудящихся. Поэтому можно сейчас с уверенностью сказать, что профсоюзы Подмосковья являются той самой силой, которая обеспечивает стабильность экономическую и социальную в регионе и, в общем-то, служит на благо жителей нашего Подмосковья. Остались верны своей главной задаче – защищать, повторяюсь, и представлять интересы трудового человека. И на съезде профсоюзов, который проходил в этом году, где присутствовало все наше правительство и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, было сказано, только при партнерстве с этой мощной общественной организацией, которая является профсоюзом, можно решить социальные проблемы. С 90-летием профсоюзных работников поздравили почетные гости. На торжественной церемонии десятки людей получили достойные награды, медали, дипломы и грамоты за общественно важный труд. Рассказать в двух словах о профсоюзном движении не удастся. Расширенный материал с 90-летия мы покажем уже в следующем выпуске новостей. А фильм, посвященный воскресенским профсоюзам, смотрите в эту субботу в итоговом выпуске новостей. Татьяна Колганова, Евгений Стародубов, новости «Искровект».